Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» уже 16 лет занимается социально значимой деятельностью на территории города Иваново и Ивановской области. Одной из его основных целей является помощь беременным женщинам, молодым мамам, многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В фурмановском филиале «Колыбель» находится на учете более 50 многодетных семей, а также матери-одиночки – около 20 человек, среди которых есть матери-сироты. Возможность подарить детям из многодетных семей настоящий праздник выпадает нечасто. Ведь решение детских проблем – задача по-настоящему взрослых и ответственных людей. А традиция помогать всем миром существует в России много веков. Дети пишут письма Деду Морозу в надежде, что сказочный волшебник исполнит их заветные желания. Но ведь волшебником в эти дни может быть каждый взрослый, у которого найдутся средства и желание исполнить детские мечты. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз подарил наклейки. Счастье нельзя купить, счастье можно родить. Я хочу от Деда Мороза Лего-ниндзяго, робота Ройда и моим братьям и сестре Мигание, большую машинку, на которой можно ездить. Я хочу от Деда Мороза Леди Баг и Суперкота. Новый год – мой любимый праздник. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз принес подарки моему маленькому братику детский конструктор и две больших ватрушки. Кататься с горки. Скоро приближается самый долгожданный волшебный сказочный праздник. Каждый ребенок мечтает в Новый год о чуде, о исполнении своего заветного желания. Мы надеемся, что жители города, нашего города, не останутся равнодушны пожеланиям детей из многодетных семей. Каждый, кто хочет подарить детям незабываемые эмоции, может прийти к нам на вещевой склад по адресу город Фурманов, улица Социалистическая, дом 8. Мы вас ждем.